Пожарные из Кандинского района поставили медведя на довольствие. Добрую историю рассказали сотрудники центра «Спас Югория». Они сейчас активно тушат лесные пожары. В лагерь спасателям пришел молодой медведь. Он искал пропитание. Люди спрятались в охотничий домик, а косолапый обследовал обжитую территорию и нашел консервы, а также оладьи. Медведь приходил к спасателям 3 ночи подряд. Во время обхода территории пожарные обнаружили сгоревшую берлогу. Оказалось, что зверь из-за огня стал бездомным. Люди не пытались его прогнать, наоборот, шутили, что поставили его на довольствие. Нас в лагере было 19, а Миша стал 20-м. Так рассказывают случай сами спасатели.